Опа! Это то, что я обещала, я покажу ближе. Все, чем я пользовалась, когда делала этот чековую книжку для папы. Я сейчас отставлю ее. Еще раз показываю. Так вот она выглядит. Поэтому, да. А, забыла. Надо кое-что еще достать. Сейчас. Вот. То, что я обещала показать, я вас чуть-чуть отбил. То есть, вот, я купила вот такой вот, это папир, то есть он такой вот яркий, красивый, но я в итоге его не использовала, но купила на всякий случай. Потом идет вот такой картон, то есть тут разный самый, и вот это идут, вот синий, вот это серый, вот этих как раз в сторон. И это идет цветной картон, то есть вот. Он, по-моему, тут двухсторонний, да. Вот. Но тоже не пользовалась, поэтому, ну, будет на будущее. Поэтому, да, начнем. Эти конфетки я положила как раз в коробочку, поэтому вот так. Ну, тут все цены записаны. Я еще раз их продублирую. То есть, вот, получилось как. Я взяла из двух... Сейчас. То есть, я купила... Давайте быстрее. Купила вот таких два альбомчика. То есть они, в принципе, только обложкой отличаются. Выдрала оттуда листы. Думала, скреплю их, но там не совпадали вот эти дырочки. И поэтому я взяла их и склеила. То есть вот так вот. Взяла листочки потихоньку и склеила. То есть довольно-таки тут толстый край получился, но ничего. Вот. И потом просто я такой из самой середины потихонечку ножом вот это все прорезала. Поэтому да, вот столько бумаги еще осталось. Дальше. Сейчас. Ладно, буду показывать все, вот как буду доставать. Сейчас я только вот это уберу. То есть вот так вот я выбрала эти шрифты, которые мне понравились. Вот, да, это все в одном шрифте. То есть это не то, что там комбо. То есть просто тут все большими, а тут заглавные только большими. Я вот обвела их красиво. И потом выбирала, какие мне понравились. Такие я уже потом перерисовала на чистой бумаге, красивенько, маркерами. И сделала водочку красивую маркерами тоже. Поэтому вот так вот. Дальше идут наклейки. Они у меня тут в двойном экземпляре, поэтому вот. То есть вот такие. Это я когда-то в ВТБ покупала. Такие. Вот. В розовых тыцах. Ну да, они там отсвечивают. Вот такие. Вот. Такие. Такие уже более такие, знаете, как раз зелень связана. Кто-то скажет наклейки, блин, девичьи, ну, я так захотела. И все. И остальные уже идут повторки. Поэтому вот. Да, просто давай быстрее. Мне бы просто еще и упаковать подарок пазе, поэтому да. Короче, вот так вот выглядели мои заготовочки, которые я вырезала. То есть вот сертификат на спильную картину та-та-та дочки. Тут я их подписывала где какой, чтобы я не ошиблась. То есть вот сертификат на спильную фотосессию. Вот. То есть, допустим, вот. Я вот обрисовала вот эти все фигуры. Написала тут фразу, как бы я хотела. Вот так вот вырезала и потом сделала уже более красиво на бумаге. Да, много бумаги потратилось, но я ее потом все равно сдам на переработку. Вот. Вот такую я вырезала. Сначала я думала, что я буду... Ну, когда уже в конце даже поняла, что буду делать... Ободочек. Да, сори, у меня тут вентилятор дует, поэтому вот бумага вот так ходуном ходит. Короче, и вырезала вот такую вот такую рамочку. Это то, что осталось от бумаги. Вот это все эти. Ну, вы поняли. Я просто хочу побыстрее это сделать реально. То есть. Поэтому наклейки я же показывала. Такие. Ну, знаете, вот проще сказать, это грубо прозвучит. Ну, блин, сходите в Аврору и посмотрите эти наклейки. Вот, серьезно. Может, там даже будут лучше другие. То есть, вот. То, что я говорю, я не помню, откуда я их взяла. То есть, вот такие. Но тоже сходите в Аврору и поищите. Потому что сейчас, ну, я не хочу все это раскрывать, смотреть. То есть, сори. Ну, вот такие наклейки. То есть, тут тоже. Но тут, по-моему, с войной ничего не связано, то есть с Украиной. Поэтому я больше теми пользовалась. Вот такие. Это такие же, как смайлики, только звездочки. Вот. Бумага, то, что я говорю, вот она вот такая
Представляете, тут реально черные листы. У меня на листик влезало вот две вот таких полосочки. Поэтому вот такие стразики у меня были. Я могу хотелось бы. То есть я брала такие, знаете, какие-то черные, серебристые вот такие. Дальше это вот один из вариантов, вот как это обложку сделать. Вот еще это вот сертификат. Вот сертификат не использован. То есть, видите, я клеила двухсторонний скотч, и потом выбрала, что вот это мне не подходит. Вот еще сертификаты. Это я примеряла, какой я хочу размер. Сначала я хотела размер, как в ВТБшном сертификате, но потом поняла, что хочу больше. Поэтому один из вариантов, который мог быть, мог стать обложкой, но не стал. Поэтому вот. Ну, это тоже вот. Я уже просто не хочу даже говорить, вы понимаете, о чем я. Да. Все это сейчас пойдет к бабушке. Ну, у нее все это хранится, потом мы все это относим в макулатуру сдавать. То есть это будет то же самое. Сертификаты. Вот. Ага, сейчас это вот надо сохранить. Сейчас я вам покажу. Ну, это вот размер поменьше был. Потом вот это то. Ну, вырезка. Другой вариант, вот более такой прочный, уже. По-моему, кстати, с него я и срезала этот. Да, ну ёпарас, это синюю обводку. Такие стразики. Вот, неудачное слово класс, потому что я тут, видите, скотч не очень красиво лег. Плюс как-то мне казалось, что не очень. Поэтому вот тут я вообще пластиком решила потереть. Это была заготовка, то есть какого размера. Это как раз в длину... Нет. То есть если вы вот так вот смотрите на А4, вот это как раз вся его длина. То есть... Сейчас вам покажу. Так, это тоже сертификат. Вот сертификат не использованный. То есть, как идея, тоже хорошая. Вот. Карандаши. Но я их не использовала. Маркеры. Такие вот. Цены я еще раз продублирую в описании. То есть, вот так, такой вариант. Вот то, что я говорю. Я написала вот фиолетовым, подобрала к нему зеленую обводку, сделала, вырезала и все. Это тоже домашний квас, он мне не подошел. Мне вот это не сильно понравилось, потому что тут, если присмотреться, клей виден. То есть суперклей. Улетаем. Вот сертификат. Вот в мини-версия такая была. То есть она мне не очень понравилась. Просто почему я эту взяла? Потому что она мне еще и флаг напомнила. Вот такие были идеи, но тоже не так. Это, как мне показалось, я переборщила. И тут тоже суперклей виден. Вот, большими тоже буквами, видите? То есть зеленым написала и... Таким. Вот сертификат на Тирабо Боулинг. Сертификат. Вот тоже. У меня таких много. Так. Сейчас я вам достану. Вот. Вот фотография папы. Вот тут тоже фотографии папы. Тут я просто скрепила вот эти все фразочки и фотографии. Так что, такие маркеры. Пастельный тоже. Но кто-то более тонко рисует, кто-то более толсто, поэтому да, вот. Вот такой чай я брала. То есть, вот чтоб. Почему именно этот? Потому что я приклеивала, и чтобы, скажем так, сам пакетик не повредился, я приклеивала. То есть нужно, чтобы пакет был еще в пакете. Чтобы как бы, да, если вот тут порвется, ничего страшного, чай останется целым. Потому что если потом чай надо будет еще где-то там собирать, это не очень прикольно будет. То, что я говорила, носки, ну, скорее всего, я их оставлю себе, так как они женские, но, не знаю, скорее всего, да, я оставлю их себе. И вот то, что я, вот по каким я вырезала. Но, смотрите, в чем была моя... Я два раза печатала маленький вариант, потому что я не посмотрела. У меня масштаб в Word был 300%. Вот, когда я распечатала со 100%, вот, и у меня получился вот размер. И то я обрезала, поэтому... Прежде чем, вот скажем так, вырезать, вот до мозга костей, блин, измерьте все, потому что у меня он оказался больше. То есть вот давайте сейчас сравним. Вот смотрите, вот сертификат. Ну, тут должна была быть обложка. Вот смотрите. Видите, он вылазит. Тут уже и так вот некоторые, если посмотреть, вылазит. То
есть, поэтому надо подровнять. Поэтому я аккуратненько еще сзади обводила, обрезала, то есть, чтобы все хорошо влезло. Потому что у меня тут было место, где я не влезла. Сейчас я вам покажу его. Да, вот, видите, то есть я туда загнула. Поэтому вот. На. То есть, по поводу вот книжки. Я взяла, повырезала вот эти все формочки. Потом посмотрела, подходят, не подходят. Где-то пообрезала. И потом уже наклеила вот эти штучки. Клеила я половину на обычный клей ПВА. Делать этого не стоит. И потом сделала наклей-карандаш. Вот наклей-карандаш это отлично. Поэтому вот. Если, опять же, вы хотите, у вас есть какие-то вопросы, что-то надо помочь скинуть, что-то найти, пишите мне там в Инстаграм, в Ютуб, поэтому все помогу, все объясню, все расскажу еще. Поэтому вот. Так что вот так вот выглядит, скажем так, быстрая подготовка к папиному дню рождения. Поэтому еще раз, все цены я продублирую в описании, в профиль, ага, в описании видео. Поэтому всем спасибо, пока-пока.